9:45, 13 февраля. Проблема в том, что этого одного радиатора мало. Когда продолжительные морозы под минус 40, неделю были, недели две, становилось холодно. Поэтому решено было взять еще один радиатор. Сейчас придет сантехник, будет измерять, что да как. Общий стояк, естественно, отключать не будем, потому что у нас есть краники. Жду его. Скоро приедет. Попробую снять подробности. Подходит все, да? А что оно там все черное-то такое? Ну, так это отопление у нас такое. Ну, блин, должна же там циркуляция воды идти. Да, ну такая и гоняется. Ну, чуть-чуть снизу застаивается. Сня, это пакли? Лен называется. Как? Лен. Лен. Лен пока. Ничего лучше. Ну, есть клей, но он дорогой. Спор слышал, как там сантехники там говорили, что лучше. Что лучше, либо вот такой вот способ с пакли, либо этот лента фума. Ну, лучше такой. Лучше такой? Ну, много. Фума. Времянка там какая-нибудь. 8 лет с этим льдом работаем, и как вообще нормально все. Попало так, мастер. Ужас, всячески сгибался так. Штырь этот выдергивая, что-то не получается. Он аж нагрелся, бедный. Он так его загнул всего, пытаясь вытащить. Говорит, там как будто он с другой стороны загнут. В общем, поехал за болгаркой. Сейчас будем пробовать болгарочкой его спилить. Она свинячина, да чё? Коробкой от нового радиатора прикроем поток искр, чтобы от болгарки не летело. Я уже знаю, на что болгарка способна. У нас получается в старом доме, где я раньше жил, это получается расстояние, наверное, от этого зеркала до стены. На кухне батя отпиливал трубу болгаркой, поток искр летел и до зеркала достал. Там потом на зеркале где крапинки были. Это на таком расстоянии. А сейчас ли на этом расстоянии будет? Я боюсь, как бы мой Sony Trinitron не покоцало. Надеюсь, обойдется. Ножик?
промежуточный результат. Получается, да? Ну вот это расстояние уберу, чтобы тут побольше было места. Так, времечко у нас, что там уже, 14:40. Все, новая батарея поставлена. С переключателями обязательно. А то он его к черту сдыхать от жары. Так, вот если погода улучшится, а батареи будут жарить, душновато будет. А зато, если опять мороз начнутся, как у нас недавно было, несколько недель подряд -40, -45, в таком случае надо две батареи на полную врубать. Тут херовину надо будет он как-то замазать, чтобы красиво было. А так вообще идеально, я считаю. Сейчас все это уберу. Там можно будет отдохнуть немного.